Прошу, Наташа. Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Наталья Грихина. Я руководитель направления Bittrex24. Я сегодня вам хочу представить новое направление в нашем партнерстве. Это аффилиатская программа. На прошлой конференции мы ее с партнерами достаточно подробно обсуждали в кулуарах. И вот сейчас я вам покажу, что у нас получилось, и после мы это обсудим. Аффилиатская программа уже открыта. 17 июня, вот чуть больше недели назад, мы ее уже запустили. То есть вы уже можете начинать регистрироваться. Как я уже говорила, это абсолютно новое для нас направление и дополнительная возможность для вас заработать на Bittrex24. И впервые эта программа у нас запущена абсолютно полностью через электронный документооборот. То есть нам с вами никакими бумажными документами обмениваться не нужно. Как же работает аффилиатская программа? Вы, как аффилиат, регистрируетесь у нас, получаете свою реферальную ссылку. В принципе, этот реферер у вас уже есть. Подскажите, пожалуйста, кто сейчас использует реферер для привязки клиентов Bittrex24? Ну, замечательно. Как, привязываются? Хорошо. Кроме того, кроме реферера, вы можете предлагать клиентам бонусный купон. Это, в принципе, мы сделали специально, чтобы вы могли привлекать клиентов не только с сайта, не только через онлайн, но и через офлайн, например, проводя различные семинары. Первые купоны мы уже раздали партнерам. Это было на федеральном семинаре. Поднимите, пожалуйста, руки, кто воспользовался. Есть такие, хорошо. Итак, клиент за вами закреплен. Что же происходит дальше? Когда клиент становится активным, вы получаете за него 100 рублей. Это однократная выплата. Этот клиент может не платить. Когда клиент переходит на либо какой-то на один из платных тарифов, либо покупает 12 дополнительных пользователей, вы получаете вознаграждение. Размер вознаграждения у нас 40% и 20%. Давайте сейчас немножечко поговорим как раз про деньги, откуда берутся эти 40 и 20. Срок выплаты вознаграждения мы считаем от момента регистрации клиента в Bittrex24. Давайте я немножко с этой стороны встану. Например, клиент зарегистрировался в Bittrex24, все, с этого момента пошел год. Я почему обращаю на это внимание? Очень много вопросов было на форуме. Первый год и второй год вы получаете с его платежей 40%. Последующие 3 года вы получаете по 20%. Здесь у нас вот небольшие такие расчеты, в принципе, вы их сами можете сделать. Мы привели в пример тарифы на год и 12 пользователей на год. Получается, что с одной продажи вы зарабатываете почти 24 тысячи, если вы продаете команду. И если клиент покупает тариф компании, то 47. Как считается активная компания? Если ваш клиент регистрирует у себя в интернете 3 и больше пользователей, и если они ведут деятельность, то есть определенную активность в течение 1 месяца, но не учитывая день регистрации, эта компания попадает в активных. После того, как мы зафиксировали, что эта компания активная, вам начисляется 100 рублей. Выплаты у нас производятся раз в квартал, поэтому здесь тоже такая схемка, для того, чтобы было понятно, что если клиент зарегистрировался в 1-м квартале, но стал активным во 2-м, то выплата пойдет в учет 2-го квартала. Можно я 2 слова скажу? Вообще я Костю агитирую за то, чтобы при превышении 50 тысяч выплачивать раз в месяц. Я думаю, что это нужно сделать. Все-таки деньги должны поступать. Ну и по поводу 100 рублей за активного. Это вообще очень важный элемент, но он потенциально слегка мошеннический. Я не про вас, я вообще в целом говорю, что вот те, кто занимаются аффилиатскими системами, они очень любят такую часть, но очень внимательно спрашивают, а что означает активный? Вообще-то это довольно легко запрограммировать нам-то с вами. Мы не будем очень детально раскрывать, что такое активный. У нас есть некая формула, ну, правила подсчета. Но тут мы сами заинтересованы в том, чтобы все, что работает активно, вам отдавать. Но будем считать и показывать всех в персональном разделе, что он достиг, стал активным, да, и он считается. Все переходы, все компании вы будете видеть как активных участников своей партнерки. Да,
То есть в личном кабинете мы постараемся сделать максимально наглядно и прозрачно для вас, чтобы сомнений у вас никаких не возникало. Как же начать? Как стать аффилиатом? Прежде всего отмечу, что, как уже говорила, все через электронный документооборот. Если у вас в компании пока еще нет электронной подписи, вам нужно будет ее получить. Весь документооборот у нас будет с вами, как по аффилиатской программе, будет идти через 1С Tax.com. Поэтому вам также нужно будет подключиться к этой системе. У меня вот хороший вопрос к вам есть. У кого есть электронная подпись? Отлично, то есть практически 50% с подписью. Вообще здорово бы вообще все наши отношения перевести, да, на электронку. Ну, возможно, это случится. Там не все, не весь комплект документов еще можно сделать, но вот под эту программу, сразу начиная ее, мы уже сразу ее подготовили, чтобы она была вся в электронке. Уже есть первые подключившиеся. Да, первые подключившиеся уже есть. И у нас же тренд, все переходят в онлайн, то есть почему нам до сих пор нужно работать с бумагой? А что нужно делать дальше? Собрать комплект документов. Поскольку выплаты производим вам, поэтому нам необходимо проверить вашу компанию как контрагента. У нас на сайте опубликован полный список документов, которые нам необходимы от вас. Но это, в принципе, у любой компании эти документы, они должны быть, просто их нужно подготовить, если это какие-то нам уставы, просто отсканировать и отправить нам эти файлы. Получить электронную подпись и подключиться к системе 1С Tax.com. Отправить, когда вы к ней подключаетесь, вам нужно будет отправить нам заявку. То есть там просто добавить ООО 1С Битрикс и отправить как бы нам такой сигнал. Мы на него ответим, что да, все хорошо, и после этого мы уже с вами будем работать через 1С Tax.com. Вы заполняете форму регистрации аффилиата на партнерском сайте. Для наших партнеров эта форма, она, в принципе, достаточно подробная, но все поля, которые вы раньше заполняли про свою компанию, там ИНН, какие-то координаты свои, они все заполнятся автоматически, поэтому вам нужно будет только догрузить необходимые документы. После того, как вы заполните эту форму, у вас сразу откроется ссылка на скачивание заявления на присоединение к аффилиатскому договору. Она тоже будет уже полностью заполненная. Вы просто скачиваете файл и отправляете нам через Tax.com, подкрепляя его своей электронной подписью. Мы получаем эту заявку, проверяем весь ваш комплект документов. Наш юрист проверяет вашу компанию. И все, мы отвечаем вам, то есть отвечаем да или нет. Ну, в основном это да. И все, когда вы получили от нас подтверждение, аффилиатский договор считается подписанным, вы к нему присоединились, и с этого момента, то есть с этой даты, будут начисляться вам выплаты. Еще важный момент отмечу, что все партнеры, которые сейчас уже привязаны к вам по вашим реферам, они все сработают, то есть, не партнеры, простите, клиенты, они все перенесутся к вам как к аффилиату. Но выплаты будут только после даты присоединения к договору. То есть если клиент уже платил, то с этих платежей мы просто юридически не можем вам сделать выплату. Все, что он заплатит после этой даты, все уже как бы будет вам начислено вознаграждение. У программы есть некоторые ограничения. Пока она действует только на территории России, но мы посмотрим, как она пойдет, и я так понимаю, что мы все-таки будем расширять ее на все страны, с которыми работаем. Участвовать могут только ИП и юридические лица, то есть с физическими лицами по этой программе мы не работаем. Про проверку я уже сказала. Вознаграждение, вот еще раз отмечу, что вознаграждение выплачивается только с оплаты тарифов и 12 пользователей. То есть так как место мы продаем как услугу, мы просто юридически пока не можем ее вставить в аффилиатскую программу и выплачивать вам с нее вознаграждение. Ну и также такое как бы наше ограничение, что из программы мы можем исключить за какой-то спам или нарушение. Про выплаты. Выплаты производятся раз в квартал, или если ваше вознаграждение превышает 50 тысяч. Сумму к выплате, то есть полную вот эту сумму к выплате, вам в принципе самим не нужно будет считать, вы ее увидите в разделе аффилиата. Просто там для себя выполните какую-то проверку. Эту сумму вам нужно указать в акте и также в электронном виде нам прислать акт через Tax.com. Мы его получаем, проверяем и выплачиваем вам вознаграждение. И наши рекомендации. То есть что, собственно, делать, чтобы начать привлекать клиентов как аффилиат? Разместите на своем сайте информацию о Bittrex24, поставьте ссылку с рефером на регистрацию. Кстати, скажите, пожалуйста, у кого размещена информация на сайте?
А остальных? Остальные не продают? Сайта нет. Подготовьте лендинги про Bittrex24, поставьте в них ссылку на регистрацию и как бы отправляйте трафик туда. Включите Bittrex24 в свои семинары, вебинары, хотя бы там один слайд в доклад, добавьте туда бонусный купон, и по этому купону клиенты уже смогут к вам привязываться. Еще отмечу про купоны. Мы выдавали на вот федеральный семинар, то есть купоны присылали мы вам. Вы их сами придумывали, мы их присылали. Сейчас вы можете делать это самостоятельно в личном кабинете аффилиата. То есть вам не нужно несколько раз к нам обращаться. Вы выбираете название для купона, на что это. Обычно купон это там либо бесплатное место на какой-то период. Добавляете срок действия купона и все, и уже его используете. Добавьте этот купон во все свои листовки, во все свои материалы, и уже они как бы начнут работать на вас. Предлагайте купоны на выставках, не знаю, напечатайте купон на своей визитке, предлагайте эту визитку вашим клиентам на личных встречах, то есть тоже пусть клиент этот фиксируется. Ну и мы постепенно будем расширять список этих рекомендаций, добавлять новые и стараться, чтобы аффилиатка работала на вас. Ну, почему же, собственно, это выгодно? Сейчас вы получаете доход только если... Мне кажется, фотография уже клиенту. Все объясняет. Ну, да. Почему это выгодно? Это отвлекающий маневр. А сейчас аффилиаткой вы сможете получать доход из тех клиентов, которые покупают Bittrex24 у нас, то есть которые устанавливают, то есть вы привели клиента, провели семинар, рассказали, а клиент поставил Bittrex24, ему понравилось, и он начал платить нам. Сейчас вы из этих клиентов также сможете получать доход. Ну и также на активных компаниях. А верни на предыдущий слайд, мне больше нравится. Ну вообще это круто. 2 года по 40%, 3 по 20%, по 100 рублей за активного. Нормальные деньги должны получиться. Пошу. Все работает? Нет? Алексей Новиков. Секунду. Такой загадочный телефон. Раз, два. Еще раз. Коллеги, ну что ж такое? Давайте мои. Здравствуйте, Алексей Новиков. Я задам вопрос просто от коллеги, который не смог присутствовать. Что делать физикам? Вот сейчас есть физики, у которых много аффилиатов. Вот что им делать? Становиться юриками или ИП. Это называется незаконная предпринимательская деятельность. Пожалуйста, вопрос. Паснов Андрей, компания DF. Хотел спросить, а для обычного 1С Bittrex управления сайтом не хотите так же сделать? Не хотим. Ну, конечно. Пожалуйста. Все, озадачили? Прекрасно. Что, холивар закончился на форуме. Да, на форуме много спорили. Ну, вообще, есть... Почему, собственно, появилась аффилиатка для этого продукта? Есть заметный трафик, заметная аудитория, которая конвертирует и может сама внедрить и начать работать. И мы бы хотели, чтобы вы могли на этом зарабатывать. Вот таким образом. В том числе. То есть есть стандартный канал, на котором мы все привыкли зарабатывать. Часы, объем и так далее. Но есть канал, который может сам по себе работать. Мероприятия, сайты, ссылки. Они тоже могут приносить деньги. Чтобы все было в целом справедливо. Чтобы для вас был аргумент. Вот здесь мы внедряем, а здесь оно может само заработать. То есть... В принципе, самое главное, конечно, трафик перевести. Вы его можете потом на коробку перевести, но вот чтобы вот не выпадал некоторый фрагмент, чтобы он тоже находился в вашем поле, мы решили все это достроить и доделать оригинально, ну как бы емко. Мне кажется, для облачных сервисов это вообще в целом оригинальный проект. Должно все получиться. Присоединяйтесь.